Дагестанцев ожидает ухудшение погоды. Об этом сообщает единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С 1 по 2 февраля в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Однако в столице региона, по данным Росгидромета, погода сохранится прежней. Температурный режим будет примерно в высшей норме на 3-5 градусов. Осадку предполагает около и отдельно хранить в высшей норме. Но она хотелось бы, чтобы в высшей норме был. Ну, как показывает январь месяц, в январе, например, осадку было в Дагестане меньше нормы. В некоторых районах даже 50% не выпало. А это сказывается на водности рек Дагестана, на сельском хозяйстве, на все. В целом, первая декада февраля, можно сказать, смело сказать, будет теплой, комфортной, без существенных осадков. Хотя не могут слабые осадки. Ну, в горах, конечно, в виде снега. Приморское предгорье в виде дождя, переходящий снег. Ну, слабее. И вероятность осадков очень маленькая в первой декаде.